Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня в этом ролике вы видите каточку с моего Twink аккаунта вместе с Дашей. Под предыдущим моим роликом в комментариях я видел, люди хотели путь до спецназа на этом аке. Опять же, то, что мы его будем апать, я не обещаю, но как минимум мы попробуем, приложим к этому определенные силы. И сегодня вас ждет очень интересная каточка, которая, я надеюсь, вам понравится. Поэтому не забудьте поставить свой лайк, обязательно оформить подписку на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ну а также обязательно переходите на мой Discord сервер по ссылочке в описании, потому что совсем скоро мы будем снимать продолжение игры в кальмара, вторую часть, потому что предыдущая серия по ней вам очень сильно зашла. Поэтому, как я и обещал, второй части быть. Ну и для того, чтобы вы могли принять участие, как и в любых других рубриках у меня на канале, обязательно переходите на сервер, потому что людей для своих роликов я набираю именно на нем. Не буду вас больше отвлекать, всем приятного просмотра. Очень надеюсь, что ролик вам понравится. Поехали. Денег нет. Аук, ой, аук. А выпью. Ладно, у меня вектор, но я рискну сейчас. Не будем. Бля. Я еще деньги просрала, конечно. Ты же дура я. Два ВП, серьезно. Три ВП, Может, папа не пришла, я мне пизды не думал, что стучу. Не бояй. А бы был он, но им похуй, да? Угу. Какой он профессионал, вот этот чел? Ты... Какой? Который 1-4. Ну что, одна из диглом класс. Ну я с вектора нафармил в прошлой этой. В прошлом раунде. А я слила ВП, поэтому... С диглом дуну вот бегу. Да лёд. Ну, флешка. Забрала оружие? Да. Как раз котики эти. Найс. Блин, нос. А, еще один. Все, оба там. Где еще? Мейн. Не плынь, не успеешь. Успею. Ну. Так, умничка. Умничка, все. Надеюсь. Надо еще 3 раунда забрать. Затем. Это, по-моему, одному коцнули. С диглом. Кому хрен его знает. Ты КТ чекаешь? Да. Конечно, с балангом убью, тоже не чекаешь. А кафе чекают? Ну, вроде да. Чел ушел только что с кафе. Как я не попал? Двое там. Там дробь. Все кафе. О, ассист. Еще ассист, что? А, нет, нет. Не, я вот после обновления эту карту не могу назвать КТ-мапой. Типа... Для меня на баланс. Ты вначале сначала, ну, то, что это дико тем, ой, КТ-мапа. Ты чё? Я никогда не говорил, что это дико КТ-мапа. Ну, так думал, потому что ты очень нервничал за это. Ну, так когда карты, в принципе, обновляются, тебе за любую сторону неудобно играть, типа. Это вот Сор вышел, например, там тоже непонятно, Т она или КТ, условно, потому что карта только вышла. Какой тайм! Ассист. Ну это мой кривой им. Обидно. Почему ж мне так не видит? Давай. Тебе-то да ладно, ты на подымешь. Уже к трем приближаешься. Говно. Молодец. Вот уже скоро три будет, когда. А я даже два не могу. Ой, два, один.
Убил все-таки. Может, ты умрешь? Там еще в нычке. А, кота. А его убили. Почему меня убивает? Да ёпта, матушку. Меня он не вылезет. Я прострелить хотел. Не вылезет, говорю. На самом краю было. О, господи, напугал. Только не стойте. Я такой, главное, по приколу, человек там стоит. А то не бесит, когда один умирает, второй сразу же, и третий. И все, меня срало. Сейчас слежка будет. Да? Блин, хаешку еще хуже. А как ты разносишь, е-мое, не понимаю. Что? Еще прострел. А это... Базай... А где? Откуда? Это КТ был? КТ. Понял. Есть что ли, блин? Мой... В смысле? Все, найс, эйс. Я, главное, по нему шью, ему вообще пофиг. Он только не умирает, я думаю, чего? Вот мой ак. Джон Эйр. 214, плиз. Сделаем MXV LMA. И... Ассист, спасибо, блядь. Я умерла, конечно. Сука. Милый, все хорошо. Где? Еще и бегали. Идите уже на Б, что ли, запушьте. Давай, я сейчас на Б пойду, не запушит. Давай. У тебя ходячка есть? Ну, я не купил. Не закину. Хотя нет, нет смысла, не на Б не пошли. Ты не на базе сидят, заметь. Все нычки смотрим, просто все. Да, так я вижу. И где он? Понятно. Он вообще фармит, блядь, дебил. Как он? Ну, Найс, он, кстати, рядом нафармил. Не, у нас просто гениальная команда. Мы 22 на 10 сел, мы такие 7, 12, 5, 11, 2, 13. Это так выглядит со стороны просто чисто. Это бомба. Нет. 100%? Да, вижу. Пизда. Пизда, они меня пушат. Ну, хоть одного. Найс. We don't try vs randoms. Сказал рандом. Что? О, ассист. Харди дальше уйдем еще. Да! Мне сгорит сейчас. Да, кто говорит? Ой, Никита, вы не умеете. Угу. Ассист. Не горит. Да нормально. Изи, изи. Нормальная катка, мне как раз на ролик. Какой стыд. Да ладно. 8 килов подходит. Да ладно. Бывает. Это ужас. Это ужас. Ну что ж, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился, поднял вам настроение и сделал ваш день чуточку лучше. Обязательно прожимайте лайк, если хотите больше роликов с моего твинк-аккаунта. И как только под этим роликом наберется 200 лайков, сразу же выйдет продолжение. С вами был Геймерус, увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки.